Заберем, блядь. Чисто. Кислород. Проверь ноутбук. Здесь пароль. Сможешь взломать? Конечно. Меня зовут доктор Меликова. На 3 уровня ниже находится лаборатория, где я работала. Мы нашли нулевого пациента, и я приступила к исследованиям. Целый год я с командой ученых разрабатывала противовирусный препарат. Но, к сожалению, в один из дней, как мы позже выяснили, один сотрудник персонала имел контакт с носителем вируса, пронес его через карантин и заразил всю нашу команду. Я не успела завершить разработку вируса, и очень быстро вся наша группа погибла. Все данные о разработках находятся на этом диске. Главное, чтобы диск и биоматериал не попал в плохие руки. Чтобы диск и биоматериал не попал в плохие руки. Ты слышал, что она сказала? Слышал. Ты доверяешь боссу? Таким людям нельзя доверять. Может, не будем диск отдавать? Давай сделаем копию. Давай. У меня есть пустая болванка. Готово. Пошли.